То, что вы сейчас увидите, это настоящий кринж. Погнали. За мной приехали, друзья. У вас, наверное, остался вопрос, как делать эти все штуки. Но, на самом деле, наверное, у вас остался вопрос, все ли нормально с моим психическим состоянием. Да, у меня все нормально с психическим состоянием. Лягушка. Сейчас мы разберем, как делать голоса вот этой вот замечательной игры Fall Guys, где они там прям падают и там, а кто-то не падает, да, кто-то бегает, продолжает бежать. В общем, как делать голоса? Для того, чтобы сделать голоса, необходимо вот так допустить гортань. Представь, кого-то ты зеваешь, да? Вот, зевни. Да, вот так вот. И тем самым у нас гортань опустится. Гортань — это вот этот кадык у меня здесь находится, Адамово яблоко. Оно вот такое опустилось, да, нормально. После чего сделали губы вот так вот трубочкой, например. Ура. И попытались спроецировать сирену. Знаешь, как у машины, допустим. В общем, проецируй вот эту сирену, после чего ты сможешь спокойно вот с таким вот ощущением исполнять различные звуки, и у тебя все получится, я уверяю тебя, друган. А вообще, на самом-то деле, вот эти вот Fall Guys и вот эти вот упражнения, которые я сейчас только что озвучивал, голоса, они помогают нам развить актерские навыки, раз, и второе, увеличить наш диапазон голосовой, потому что сирена, вот это... помогает нам реально расширить наш голосовой диапазон, потому что... Вот я говорю, вот так, да, вот так! В общем, получается примерно вот такой вот голос, когда вы на сирене говорите, и вы спокойно сможете его развить, и потом заниматься озвучкой какой-нибудь. А вообще вот эти вот все... Это хорошая тренировка, если вы хотите потом стать актером озвучания, актером озвучки, дубляжа, потому что все вот эти вот... помогают вам развить актерские навыки с точки зрения экшена, который происходит в мультиках. Вот вы смотрите иногда мультики или играете в игры, и там постоянно «Зарду!» всякие происходят, и потом всякие звуки происходят. Так вот, это вот одна из практик, которые вы можете использовать. Поэтому не думайте, что это какая-то вещь для умственно отсталых, вот такая вот вещь. Но... Нет, это нормальная тема. Каждый пацан должен сделать, и каждая девчоночка. Я уверен, что у вас получится. А если вы девчонка, кстати, у вас получится голос аниматян. Если вы будете делать эту сирену, а потом будете говорить вот так вот, и все, я аниматян. Да. Спасибо всем большое за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, будет приятно. А вообще, если говорить нормальным голосом, то ставь лайкосик, пиши в комментариях, какие игры еще хочешь разобрать, какие голоса и какие эмоции. Может, там из Майнкрафта звуки разберем, как там делать крипера, как делать паучка. Всякие штучки, в общем, разберем. Спасибо большое, с вами был Егор, и до новых встреч. Ты классный, помни об этом.